спускался в трюм. Я беседовал там с господином, начальником крыс. Крысы сходят на берег в ближайшем порту. Надежды спастись. И пары танцуют фокстрот. Стюарт разливает огонь по бокалам и смотрит, как плавится лед. Он глядит на танцоров, забывших о том, что каждый из них умрет. Но никто не хочет видеть. С тобой и твоим кораблем.